Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор модели Focke Wulf 189А2 от компании ICM в 72 масштабе. Модель под номером 72292. Модель эта получается точно такая же, как ранее выпущенная А1. А я ее покажу сейчас уже в собранном варианте. Вот так он выглядит. Я ее уже собрал. А1 вариант. Вот. Это абсолютно такой же самолет. Только у него отличие, что здесь и здесь у нас стоит одинарный пулемет. А в версии А2 уже был установлен спаренный пулемет. Вот. Поэтому я сначала скажу вам на данной модели кое-что, что каких-либо проблем при сборке не было. То есть все шикарно, все идеально, стыкуемость идеальная, отлично, декали просто супер новые у ICM. Вот, каких-либо проблем при сборке не было. То есть модель, как говорится, шла как по маслу. Вот. Ну, теперь непосредственно приступим к обзору модели А2. Так, ну, я как всегда скажу, что отличный красочный боксарт, очень приятная картинка, глянцевая коробка. Если кому-то в подарок будет, то очень хороший подарок. Далее это у нас картонный, твердый, коробка из твердого картона. Вот в коробке у нас в коробке пакет с литниками один и инструкция. Ну вот, приступим я непосредственно к обзору. Начнем обзор с инструкции. Технические характеристики самолета. Палитра красок у нас получается Revel и Tamiya. То есть кому какими удобно красить. Я красил Tamiya, потому что она более доступна для меня. Так, инструкция в формате А4 в виде журнала сделана. Первый у нас лист глянцевый, полноцветная печать. Далее у нас пошли матовые листы. Первое, это что у нас, это обзор литников. Вот. Да, это получается у нас модель как Focke Wulf 189А1. То есть вот тут неиспользуемая деталь, она использовалась. Во-первых, просто у него бронирование немного другое. Ну, оно не отличается визуально. Детали так по сути. Так, обзор литников. Так, пошла у нас сборка модели. Детализация кабины отличная. Можно сделать кабину с открытыми. Я сделал закрытыми, но вот эти створки, две, их можно сделать открытыми. Потому что уже фототравление выпускают, и кто вот захочет с фототравлением, это будет она смотреться отлично с открытыми, опять же, створками. У меня не было отравления, я решил сделать закрытыми. Так, да, вот он пошел у нас спаренный пулемет. Вот здесь стоит и сверху получается. Тут тоже спаренный у нас пулемет. Сборка кабины тут завершена уже. И пошла сборка далее фюзеляжа. Так, декали. Декали отличные. Кто что бы вот ни говорил, идеально все. Слов нет. Так, потом, смотрите, друзья, интересно, что вот эти детали, получается, у нас они подвижные, делаются при сборке. И в хвостовом тоже подвижные, получается, она делается. Тоже интересно очень, кто может там на диораму поставить, если как-то. Вот сборка крыльев, сборка шасси. Так, нишу шасси лучше красить сначала, потом будет сложно. Сначала окрашивайте нишу шасси. Так, далее у нас окончательная сборка самолета. Было показано.
Я собирал четко по инструкции. Так, установка. Угу. Тут две бомбы у нас, четыре, по две на каждую сторону. Тоже принял. Так, и вот окончательный вид модели. 3D модель. Так, далее у нас дана схема окраски. Схема окраски нам дана вот такая интересная. Это у нас не указано. А вот указано два варианта даны. Получается, это у нас Финляндия, лето 43-го. Давайте вот вам еще раз покажу. Вот это вариант окраски. Очень интересный. Финляндия, лето 43-го. И зимний вариант, это январь 43-го, Ростов-на-Дону. Район Ростова-на-Дону. Так, с инструкцией все. Далее декали. Декали у нас даны на два вот этих варианта. Декали, я уже говорил, что они отличные. С ними проблем у нас у меня не возникло. Так, друзья, сразу скажу еще, что вам, друзья. Я когда начинал сборку своего самолета, многие мне пророчили, что якобы у 72-го масштаба расшивка такая плохая, сякая плохая, что она зальется, смывку будет не сделать. В общем, все это вранье, грунтовка, получается базовый слой, камуфляж, лаки, получается, также здесь у нас базовый слой, также лак. Смывка сделалась отлично, смывка в расшивку затекает, расшивка у модели отличная, поэтому не надо говорить всякие. Много где читал, многие мне писали, поэтому сразу скажу на примере своей модели, что расшивка у данной модели отличная. Детализация кабины, я вам уже говорил, что тоже хорошая. Вот так. Ну что тут сказать. Толкатели внутри, недоливов нет. Все отличненько. Литник номер два. Это у нас задняя часть самолета. Мелкие детали тут. Крепление бомб, двигатели, шасси, стойки шасси, вооружение. Так. Задняя часть у нас тоже отличненькая. Расшивка пролита хорошо. То есть все замечательно. И у нас третий литник, это литник с прозрачными деталями. Деталики очень хорошие. Мне понравились. Единственное, что скажу, вот количество вот этих вот окошечек, оно большое, конечно. Маски клеить, это, конечно, пришлось поклеить несколько вечеров. Ну, я так не сильно часто прям сижу и долго. Вот. Поэтому кому-то придется повозиться с масками. Пластик прозрачный, модель отличная. Все. Супер, все идеально. Вот, друзья. Завершу я обзор. Модель отличная. Кто хочет купить, покупайте. Не сомневайтесь. Вот. Пример вам. Пример я уже показал. То есть модель супер. Мне очень понравилась. Вот. Всем спасибо за внимание. Ожидайте наших следующих обзоров.